Хирург больницы Середавина Дмитрий Прибытков вот уже неделю работает в цикличном режиме. 4 часа в так называемой красной зоне, затем время отдыха и снова в красную зону на 4 часа. Дмитрий Прибытков лечит пациентов с COVID-19, помогает тем, у кого коронавирус сочетается с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вот такие же пациенты, как и обычные пациенты у нас посидим на работе. Бояться не надо, нужно работать, помогать людям, как мы это делаем. Все врачи больницы, которые сейчас трудятся в красной зоне, снабжены необходимыми средствами защиты и, согласно распоряжению президента России Владимира Путина, будут получать специальную доплату к зарплате. Для лечения больных коронавирусом в главном корпусе больницы развернули инфекционный госпиталь на 652 койки, 400 из них – реанимационные. Они обеспечены кислородом, оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких и специальными мониторами. Накануне в лечебное учреждение поступило 8 современных аппаратов ИВЛ, закупленных на средства федерального бюджета. Руководство больницы ведет мониторинг постоянный и по количеству больных, и по количеству задействованного оборудования. В случае необходимости мы ожидаем и поступления также дополнительного оборудования. Всего на оснащение самарских больниц, в которых лечат пациентов с COVID-19, выделили более 1 миллиарда рублей. Помимо аппаратов ИВЛ, планируется закупить и другое необходимое для лечения коронавируса оборудование. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Сергей Баскин. События.